Завалило снегом и Закарпатье. На дорогах километровые заторы. Грузовики не могут преодолеть перевалы. Что там сейчас происходит, видно на этих любительских кадрах. На трассе Киев-Чоп при въезде на Закарпатье со стороны Львовской области стоят большегрузы, в некоторых местах полностью перекрыв движение даже легковому транспорту. Движение для грузовиков временно ограничено. По прогнозам синоптиков, снегопад этот продлится всю ночь. Спасатели заявляют, что на перевалы уже отправили тягачи. Абранський та Латірський привал, утворилися багатокілометрові затори. Водії і великовагових фур, і відповідно малих машин в два ряди стоять. Дорогою ми не побачили жодної снігоприбиральної техніки. Ледве протискалися, і то так з трудом, малі машини. Я думаю, що більшість водіям доведеться все-таки провести ніч на дорозі.